На прошлой неделе вся страна отмечала День знаний. Для Верхневилюйской средней школы номер 3 этот день стал памятным. Поздравить учащихся приехали особые гости. В новом году в учебном заведении будут обучаться 176 школьников, из них 21 первоклассник. Очень счастлива, очень рада, что я могла принести какую-то пользу нашей республике. Люблю свою работу и желаю, чтобы всем нашим землякам была удача и, главное, здоровье.